И еще о проблемах горожан. Жители дома 27/6 по проспекту Гагарина бьют тревогу. До них добрались коммунальные войны. Сейчас жилым фондом занимается управляющая компания «Звездный городок», а завладеть правом управления, как заявляют местные, пытается ТСЖ «Звездный» с известным в коммунальных переделах Валерием Алтышевым. Накануне на Гагарина 27/6 состоялся сбор жильцов, пытались прийти к единому решению. Да вы хоть послушайте, о чем я говорю. Ты чего молчать-то? Вы вот еще ни одного слова не сказали путного. По делу. В подъезде шумно, идет обсуждение наболевших коммунальных проблем. Гагарина 27/6. Дом приняла от застройщика и сейчас управляет им компания «Звездный городок». Директор заявляет, все работы ведутся вовремя. Мы обслуживаем дом, проводим работы по благоустройству. Все договорные отношения исполняются. Поставщики получают свои денежные средства. Кстати, вопрос о поставщиках, скорее всего, встанет особо остро для этих жильцов. Среди них сейчас ведут агитацию, что можно выйти из управляющей компании и уйти на непосредственное управление. Теплу и по воде мы можем сами заключить, но это должно быть решение нас всех собственников, которые здесь живут. Эту идею, как и многое другое, сказанное на собрании, жильцы освистали. Как вдруг из народа выходит инициативная группа. Мы хотим исключить в нашем доме посредника между ресурсоснабжающей организацией и собственником. Мы надеемся, что эта система будет намного прозрачнее. Эти люди со своей идеей поддержки тоже не сыскали. Возможно, потому что в коммунальных вопросах консультируются с небезызвестным Валерием Алтышевым. Просто пригласили его, чтобы он рассказал свою историю. Оказалось, многие жители дома наслышаны об этом герое коммунальных войн. И доверять управление домом ни ему, ни его соратникам не желают. Алтышев, как известно, имеет огромную задолженность, не переводит в теплоснабжающую компанию, ни в водоканал. Тепловики эту информацию также подтвердили. ТСЖ «Звездный» и ее управляющий Алтышев числятся в должниках у Оренбургской теплоснабжающей компании с 2010 года. Сумма долга составляет порядка 15 миллионов рублей. А инициативная группа среди жильцов дома 27/6 по Гагарина, как оказалось, и сами за коммунальные услуги не платят. На 28 февраля назначено очередное собрание на лестничной клетке, где будет решаться исход коммунальной переделки. Лилия Шарфутдинова, Сергей Завалишин, Орен ТВ.